В поселке Красный Яр, пригороде Кокшетау, одной из первых проголосовала почетная долгожительница региона Хазна Исмаилова. Ей пошел 112 год. На избирательный участок она пришла вместе со своими родными. Семья большая, проголосовали сразу 15 человек. Интересно, что только совсем недавно, благодаря архиву, стало известно точная дата рождения Хазны Исмаиловой. Она родилась в 1901 году в ауле Хойтас Акмолинской области. В годы репрессий отца признали кулаком, семье пришлось переехать в Омскую область. Лишь в 70-е они вернулись на родину. В годы Великой Отечественной войны Хазна Апа потеряла мужа, когда он уходил на фронт, сыну Хайргельда был годен. Замуж она больше так и не вышла. Сейчас у нее 6 внуков, 11 правнуков, недавно родился праправнук. Я сама пришла на избирательный участок, потому что хочу отдать свой голос за нашу страну. За то, чтобы не переживать за будущее моих внуков, правнуков и праправнуков. Хочу, чтобы мой приход сюда был хорошей приметой для всех казахстанцев. Желаю всем такой же долгой и активной жизни, как у меня. Несмотря на свою старость глубокую, она пришла сама своими ножками голосовать. Спасибо ей большое. В нашей семье голосуют все, начиная со 112 лет, кончая 18 лет.